Всем привет, с вами Пятница 7 и я Андрей. В этом видео мы попробуем отремонтировать на нашей микроволновке кнопку. Как видите, нажимаю, она вообще не открывается, даже помогая руками. Сейчас мы посмотрим, в чем причина. Для этого открутим наши шурупы, находятся тут, 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 тут и один сбоку. Открутили стенку, теперь ее потянем немножко назад, так вот, чтобы она вышла вот из этого зацепа. Вот она, вот этими вот выступами, пазами, цепляется за переднюю стенку. И вот получается сама наша кнопка. Вот она не до нажимает. Так, давайте откроем дверцу, чтобы легче было, потянув за вот эту вверху. Так. Раз. Так. Потом кнопочку отогнув сюда и тянем на себя. И она легко выходит. Ее приподнимать вот так надо для того, чтобы вот этот выступ вышел из-за вот этой железки. И она снялась свободно. И вот наша причина. Наше второе крепление, вот получается, лопнуло. Вот оно надломалось. И поэтому не может нажать на кнопку как положено. Сейчас мы постараемся это все исправить. Мы решили сделать таким образом. Взять пластинку. Рассверлить на диаметр вот этого выступа. Вот этого вот. Выступ. Вот этот. Он как раз там ничему мешать не будет. Оденем сверху и закрепим вот к этой стеночке. Сейчас мы все это продемонстрируем и посмотрим, что у нас получится. Ну, конечно, проще всего купить новый. Но для этого надо поехать на рынок и в другой город и найти такую кнопку. Придерживая плоскогубцами нашу пластинку, рассверлим отверстие до нужного диаметра. Немножко подогнулась. Сейчас его подровняем чуть-чуть. Вот так вот. И проверим. Вот у нас он легко, свободно одевается. Теперь мы возьмем сверло поменьше и просверлим отверстие вот тут, под саморезик. Просверливаем таким образом, одев нашу пластинку и прижав наш этот выступ, как он должен стоять. И просверлим. Набор пинцетов я покупал на AliExpress такой. Ссылку на них можно найти под видео. Подкрутили, отжали. И сейчас мы это все проверим. Откроем дверцу. Вставляем направление там. Тут. Не, не стало. О, все. Теперь проверяем. Закрыли дверцу. Нажимаем на кнопку, дверца открывается. Встали, нажимаем на кнопку, дверца открывается. Нажимать необходимо с небольшим усилием. Ага, вот оно в чем причина. Все-таки наш этот выступ вот немножко цепляется, видишь, он за этот самый. Сейчас мы снимем его. Опа.
и подогнем его, чтобы он нам не мешал. Так, вот, теперь еще раз. Открывается легко и свободно. Поставили микроволновку на место. И раз. Да нет, хреново. Шо? Так, пришлось немножко доработать, так как качество открывания не устраивало. Все равно немножко туговато открывалось. Мы взяли еще одну такую пластинку, отломали вот этот выступ и добавили вот сюда на вот эту планку, которая нажимает на саму кнопочку. На вот эту. И вот что у нас получилось. Стало намного легче и эффективнее открываться. Да, даже не надавливая кнопку до конца. Вот таким образом можно легко и просто отремонтировать кнопку. Ну, за много лет в механизмах, скорее всего, выработка где-то еще есть, что она так плохо открывала. Поэтому пришлось вот так немножко доработать ее. Ну, это, как говорится, но новую кнопку все равно будем искать, покупать. Спасибо всем за просмотр нашего видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, делитесь с друзьями. Спасибо всем. Жмите на колокольчик под видео, чтобы не пропустить наши новые видео. Чуть, улыбнись. Главный помощник.